Доброе утро, дорогие друзья, подписчики моего канала и случайные зрители моего канала. Решила сварить гороховую кашу. Тоже ее никогда не варила. Что-то мне так захотелось. Я взяла гороха, стакан, замочила его на ночь. Вот он такой вот разбухший. Залила 3 стаканами воды и поставила на огонь варить. Ну, думаю, это займет времени не 1 час. Буду потихоньку варить, мешать. Где-то я видела, что надо соду добавлять, если пищевой, если не будет развариваться горох. Будем стараться, чтобы разварился. Сейчас закипит. Убавим на медленный огонь. Пока ничего не сыплю, ни соли, ничего. Потом будем помешивать. Помешивать надо почаще. Чтобы ничего не пригорело. Ждем, когда закипит. Вот, все закипело. Сняла пену. Теперь будет кипеть 2 часа. Но это все время кипения я не буду показывать. Буду потихоньку помешивать. Как готово, покажу, сколько времени. Вот 2 часа проварила кашу, добавляла соды 1/2 чайной ложки. Вот такая вот получилась, как пюрешка. Сейчас постоит, она должна маленько загустеть. Это же гороховая каша. Вот. С содой она прям так быстренько разварилась. Так что варите. Пробуйте вкуснотень. Гороховая каша. Туда только соли по вкусу добавила. Ну, вот как масло сливочного. И соду 1/2 чайной ложки. На стакан гороха 3 стакана воды. Варила 2 часа. Сейчас постоит, загустеет, крупинки гороха вон там попадаются. И будем обедать. Всем пока-пока, до скорых встреч.